Здравствуйте! Сегодня мы начинаем серию наших обучающих уроков по судоку. По японским головоломкам судоку. Так. Для детей дошкольного возраста. Поэтому начнем с самых элементарных. Да? Вот судоку. Аблай, что здесь надо нарисовать? Здесь плюс. Плюс. О, правильно. Каким цветом? Красным. Красным. Так. Ну-ка. Теперь сделаем такое маленькое усложнение. Сделаем здесь кружочек. Здесь квадрат. Ну-ка, Аблай. Что надо здесь нарисовать? Квадрат. Квадрат. Так, каким цветом? Какой? Давай. Синий. Ну? Ай-я. Давай быстрее. Синий. Так. Правильно. Дальше. А здесь что надо нарисовать? Красный кружочек. Красный кружочек. То есть, если в первом случае мы говорили про три известных с одним неизвестным, то здесь у нас было два известных и два неизвестных. Молодец. Почему так, неизвестных? Да. Подписывайтесь на наш канал. До следующих видео. Еще хорошо.